Всем здорово! В этом видео я расскажу вам, как и обещал, об одном способе заработка в интернете в качестве фрилансера, когда вы создаете сайты и при этом от вас не требуется технических знаний, не надо знать HTML, PHP и так далее. Все будет делаться на визуальном редакторе, который не является каким-либо сторонним сервисом, в который нужно постоянно платить абонентскую плату. Это отличный вариант, так как для фрилансера совершенно не хочется кому-либо башлять еще за какой-то сервис. Поэтому регистрируйтесь на сервисе Quark, размещайте там свою услугу. Описывайте ее очень красиво, чтобы вы могли выделиться от конкурентов. На Quark вообще 500 рублей это минимальная услуга, ни больше, ни меньше, в основном там никто не прыгает. Но есть такие варианты, когда есть дополнительные опции к товару, и тогда цена возрастает уже там до 5000, 10000 и так далее. Но вы можете, как новичок, просто поставить 500 рублей и собирать максимальное количество заказов и брать уже объемами, оборотом. По 500 рублей вы будете делать людям сайты, буквально там 10 минут можно уделить. Когда вы разберетесь в этой системе, вы разберетесь, вы сможете реально за 10 минут делать сайт в легкую. Если, конечно, сайт не требует какого-то функционала. Но функционал, соответственно, адекватные люди понимают, что за 500 рублей никто не станет его разрабатывать. Поэтому для тех, кому нужна просто визитка, чтобы там был текст, название их фирмы, какое-нибудь маленькое описание, ну, может быть, какой-то один товар и кнопка «Связаться» там для заказа. Это все вы сможете сделать. Сайт будет выглядеть профессиональным, красивым. Даже он будет адаптивным под все устройства, под телефоны и так далее. Данный скрипт я скину вам абсолютно бесплатно. Вы его установите и сможете зарабатывать деньги как фрилансер. Установка простая до невозможности. Нужно лишь закинуть файл из архива на ваш хостинг. Если нет хостинга, ссылка на него есть в описании. Зарегистрируйтесь. Ну а те, кто не может разобраться сам, вам уж придется ждать следующий ролик. Пишите в комментариях, чтобы он вышел поскорее.